субботнем вечере экстравагантная Лолита. Она пришла, чтоб сказать прости, а он забыл, как ее зовут. Ее надежды на полпути канули. Что ж, пары, почему не расти? Зачем быть там, где тебя не ждут? Хотя пути неисповедимы. Мало ли, в ее мыслях нет фальши, в его сердце нет зла. Я не знаю, что будет дальше. Заходи, раз пришла. О том, как трудно найти любовь, а он опять ей прикрыл глаза. Чёркаю, зачем оглядываться назад, да? И кому же сейчас легко? 100 аргументов против лица. А толку-то в её мыслях нет фальши, в его сердце нет зла. Я не знаю, что будет.